Чао-чао-чао, вы находитесь на канале Freezy Games, и мы продолжаем, значит, играть в Subnautica. Ну, изучаем пока весь мир. Значит, что у нас тут появилось? Значит, я все-таки смог изготовить вот это вот сетчатое волокно. Собирается оно ножом, получается водоросли. То есть не просто подошел, собрал, нужно ножиком потыкать еще, как грибы. Я в прошлый раз просто попробовал случайно, и оказалось, что это можно сделать. И это очень радует. Так, водички нам нужно побольше, мне кажется. Так. Значит, ага, у меня только вот это. Так, сейчас посмотрим, что у нас там. А, ну еды у нас воды пока валом. И там... А, аптечечку можно сделать, да? Замечательно, у меня, правда, вторая есть. Так, здесь только аптечечка, да, с сетчатого волокна. Ну да ладно. Так, не-не-не-не, обратно. Так, это изготовитель, а вот хранилище. А, хранилище-то у меня заполнено. Ну-ка, давай посмотрим, может быть, что-то мы можем еще изготовить, если мы соберем все ресурсы. Ну-ка, изготовитель. Ты что, глайдер? Глайдер нам не нужен, у нас есть глайдер. Это у нас есть, минералоискатель есть, фонарь. Это, наверное, больше такое. Нож у нас есть. Снаряжение. Кислородный баллон. Сделаем. Замечательно. Так. Нам нужно лучше до уровня дыхания люкс и вип. Вау. Так. Воздушный насос. Два титана. И труба. И штук. Интересненько. Что у нас тут открывается? Компас у нас, кстати, есть, да? Компас есть, теперь есть у нас обычный кислород, баллон. Так, ну-ка. Титан, титан, титан. Не зря же тебя так много здесь падает. Изготовитель, ну-ка. Опа, ремонтный инструмент у нас открылся какой-то. Это очень интересно. Опс, приношу свои извинения. Небольшая пауза у нас была. Итак, значит, что нам тут писать? Ремонтный инструмент у нас добавился. Многоцелевой инструмент для ремонта, функционирующий во всех средах. Но там что-то нам нужно новенькое. Так, здесь получать... А, ну это вот мы здесь и были. Так, плавучий воздушный насос создадим. Ага, инструментарий... А. Здесь что у нас новая микросхема добавила? Пластичный коралл и золото нужно. Вот сюда, да? Папинский сборщик транспорта. Так, ну это у нас было радиомаяк, какая-то игровая ловушка была. Вот так. Нет, вот здесь, да? И труба. 5 штук. Так, ну-ка давай-ка попробуем. Так, ой, 5 труб, они еще не стакнутся, да, я думал, они состакнутся быстренько. Тогда нам не выгодно титан так менять. Так, ну все остальное одето получается. Сейчас мы лучше попьем. Вот так. Кушать у нас нечего, да, и не нужно, в общем. Пойдем-ка, так, это изготовитель, вот сюда мы пойдем. Сложим, получается, трубы. Вот это сложим, вот это сложим. Титан сложим, свинец сложим. Стекло сложим. Все, места у нас больше и нету, да? Особо. Значит, вот это у нас новый, вот это ремонтный инструмент новый. Морской глайдер мы уже открыли, радиомаяк. Контейнер это есть. А ну воздушный насос. Внешние модули. Два титана. И рабочий стол. Один титан.
Так, в общем, я пока не понял, но, судя по всему, можем будет потом строить что-то. Радиомаяк, причал Дельта. Так, потом мы все это сплаваем. Наверное. Да, посмотрим, что у нас по инвентарю. Половина инвентаря у нас пустует. Ну, посмотрим. Значит, погоди-ка. Сюда, наверное, что-то присоединяться тогда должно, да? Или сюда, не знаю, в общем, ладно. Посмотрим потом, мы там что-то понаизобретали. Теперь, так, ну, пойдем изучим что-нибудь интересное. А, кстати, грибочки. Где грибочки? Вот он. Вот таким вот макаром можем грибочки добывать. А грибочки — это у нас еда. А, 33. Кислорода-то у нас теперь поболее. Угу. Давай. Так, бычелаз. Все, всплываем. Всплываем. Давай, всплывем. Ага. Теперь. И употребляем. И воду. Теперь, мне кажется, мы вообще не будем нуждаться в этом, то есть спокойно можно бычьих грибочков. Я смотрю, тут вообще куча везде. Главное, что у нас нож не откатали эти обезьяны. Но, блин, они могут. Все сранки такие. Пойдем поплаваем, посмотрим, что там у нас есть. Мы тут еще не изучали. Так. Ай-яй-яй. Погоди. Так. Я хотел вот это посмотреть, с этого что-нибудь рубится. Не, ничего не рубится. Так, ну, уплыли. Еды, воды у нас пока хватает, значит, нам не страшно. Опа. Не, он не хочет это ничего изучать. Так, ну, попу заплываем, по идее. Да мы просто влазим по каким-то лабиринтам. Так, ну всплывем, а вот там что-то уже интересненькое. Давай попробуем туда сплавать. Значит. Ага, ленточник у нас. Изучаем. Оп, собрали. Погнали, здесь у нас все изучено. Чуть анимон. Не добывается. Так. Опа, на 30 секунд осталось кислорода. Страшно, сейчас мы вынырнем и обратно занырнем. Это тут как будто бы. А, это вот опять обезьянка. Уплыла? Нет, не уплыла, смотрите. Так, это мы еще тоже не изучали, да? Надо найти медь. Блин, вот она засранка. Че ей надо? Кварц, по идее, нам уже не нужен вроде как. Так, опять я куда-то отплыл, непонятно. И пора уже всплывать нам. Что слишком, а как-то далеко. Так, и сюда поплыли.
Посмотрим, что тут у нас вообще. Это, по идее, нам бы на дельту бы сплавать. А, ну это вот туда, как раз в ту сторону, поэтому плывем потихонечку, не спеша. Это изучено? Да, изучено, шанс найти медь. Вау. Это что за приблуда такая? Так, давай сначала изучим. Бомбах. Кислородное растение это. Интересно. Опа. Так. Часть морского глайдера. А, ну это то, что у нас изучено уже, по идее. Опа, вот этот фиолетовый. Ага, это у нас изучено, так. Фиолетово-лиловая. Ага. Что-то у нас падает. Семена виолеты. Одну оставим на всякий случай, может пригодится. Ты ёшкин кот, какие там глубины залезли. А вон там кислородик можно пополнить. Блять. Ёк. Ты чё за херь? Фрагмент сборщика транспорта. Всплываем, короче. Нафиг. Отсюда. Кто-то тут сыкать настало маленько. Не совсем я понял, кто у нас там. Да. В общем, от кого-то мы лобешник получили. От кого непонятно, возможно, это был обезьян. Опа. Так, репки плавают. Ладно. Репки это одно. Ну, плывем тогда на вон ту. А, у нас есть. Все, погнали. Все, уматываем. Вот так гораздо быстрее, конечно. Геотермальный шпиль. Интересно. Это чё, краб типа? Там мне дробитель. Oxygen. Так. Здесь что-то можно собрать? Ну, конечно, вот так. Нет, так не добывается. Опа, лети какой-то мы нашли. Нет, просто камень нам теперь не интересен. Что происходит? А, ну это просто, кажется, цвет у меня. Скорона аварийного снаряжения. Это дом. Станция Дельта, мы сюда плыли. Значит, сюда и плывем. Тут, ну, другое совсем. Так, выныриваем. Все, и поплыли вот так. Ого. Какая на станция Дельта? Это походу остров целый, да? Ух, ё! Твою дивизию, валить отсюда нахер надо. Ты чё там за демон ночи? Где выбраться можно?
же за мной не погнался, да? Капец, там динозавр. И кто я? Я у него там ласты. О, это я зря сделал, понял. Яйца его не лучше не трогать. Понял, наверное, это его яйца были. Не знаю точно, но, блин, сыкотно, что капец. Так, мачта какая-то у нас. Осветительная. Так, кофейный автомат. Ну, давай-ка изучим. Угу. Цилиндр металлический. Там еще что-то нашли. Урна. Угу. Скамья. Так, ну, нового всего. Так, значит, водички выпьем. А, у нас кусок бычьего глаза остался. Уф. 32. Оставленный КПК. Все взяли, радиомаяк. А, температуру нужно тоже держать. Это нам не теперь даже сыкота как-то туда пробираться. На пингвинера. Рачок троица. Угу. Погнали на бережок, выбежим. Ё-моё. Капец, тут снегопад. Значит, это... Вали отсюда. Жарлили. Так, ну я же здесь не умру сразу, так надеюсь. Так, голубая щетка какая-то. А вот на тот маяк можно, нельзя попасть вообще. Наверное, я глупо сделаю. Температуру я теряю постоянно. Сотовик. Опа. На маяк вот сюда где-то нужно пролезть, да? Опа, кристаллическая сера, это нам нужно как раз было. А это что у нас? Орех какой-то. Орех 2 хватит нам, думаю. Известняка. Опа. Опа. Все было просьба Эммануэля. Так. Так. Ладно, это я потом почитаю вне записи. Получается, что там просили. Что там нужно. Так, ну пойдем дальше. Высотовики, которых мы уже изучили. И потом другая пещерка. Так, значит, на причале Дельта. Что тут еще у нас есть? Ну, капец, снегопад, конечно, жесткий. Ни черта не видно, когда ты в нем.
давно заблудиться успел. Мне надо возвращаться. Отмечено. А тут мапы типа нету, да? Ничего такого. Карта. Здесь не пройти. Странно, здесь нормально, но чуть выходишь, сразу начинает. Ну там. Да туда надо глубже куда-то переться. Ну попробуем, попробуем. Почему бы, собственно, нет? А, кстати, да. Я не изучил. Полник. Кристаллическая сера. Ну-ка, давай тоже изучим. И что у нас? Известняк неинтересно. Это неинтересно. Так. Здесь смотри-ка наверх куда-то, да? Пошел рассвет. Я заплутал маленько. Я здесь был вообще или нет? Вообще как будто бы нет. Ну давай посмотрим. А, нет, не был, смотрите-ка. Там вон я вижу сундучок какой-то. То есть потихонечку мы поднимаемся куда-то. Ладненько. Прохода нету, посмотрим, что здесь у нас есть за проходы. Куда мы упремся? Будут ли нам здесь вести, по нам вести огонь? Непонятно. Орехов не какая-то. Еще что-то у нас тут есть, ценные данные. Ай-яй-яй. Нет, данные. А я собрал здесь, получается, данные, кажется. Да? Интересненько. Ну-ка попробуем сюда. Если нет, то придется вернуться. Я там видел где-то. Блять! Пришла граница. Я не из Альтера. Тогда твое положение вдвойне шаткое. Что ты имела в виду? Если ты говоришь правду, значит ты спятилась. То лжешь, что ты поплатишься. Блять. Подожди, кто ты? Держись подальше от моей территории. Че, мне типа туда не... Технологии. Далеко не так одинок, как ожидала. Станция Дельта. Сигнал загружен в КПК. Не, я ж хочу здесь полутаться маленько. Че, я сюда зря приперлась, что ли? Но температура падает. А, вот здесь можно. Не, вот здесь нужно зайти, видимо. Подняться. Так. Ну-ка, что здесь есть? Ага, по эксплуатации, порт моду. Тестового режима. Тестового режима. Ладно. Отчет о состоянии. Войти в тестовый режим. Ничего нельзя щелкнуть. Ага. Я муха. Так. Там
где-то, может быть, есть. Давай, я надеюсь, куда-нибудь. Там зайти можно же, да? Пожалуйста. Пустите меня погреться чуть-чуть. Да. Давай, залетай. Многоцелевая комната. Так, да. О, температура, да, но здесь кровать Эммануэля. Неплохо обстановлено кого-то из высших чинов. Полочки. Но мы сейчас быстренько все поизучаем здесь. Поисследуем. Настенная полка. Прикольно, кстати, полочка. Я все такую тоже хотел бы. Рабочий стол директора. Эммануэль. Чардан. Это что у нас? Игрушки директора. Пусть работает. Изучаем. Вот такое бы креслице тоже. Ой, какое шикарненькое, смотрите, с подлокотников. Все дела, ну, все изучили, нет? Мотивационный флакет. Так, заберем. Мешок для растений. Так. Офисный стул. Изучили. Обсервация. Я так понимаю, мы изучаем, потом сможем это строить все, да? Надеюсь. Очень надеюсь. Все, успокойтесь. Так, ну мы, в принципе, температурку нагнали. О, аквариум можно еще. Туда рыбок можно понасажать, я думаю, да? Так, там схрон аварийного. Это дом у нас. А где эта женщина? Так, ладненько, ну-ка сюда зайти же можно как-то, да? Ну-ка, оп. Вытягиваем. Оп, и еще сколько всего можно. Изготовитель. А изготовитель мы сможем изготавливать потом сами, да? Музыкальный автомат какой-то, фрагмент только, правда. Ага. Агас. Тут покашечки собираем. Опа. Это что там? Зейда's been blinking a lot. I think it's a tell. Opa. She does have a point there. It's allergies. Allergies? Is something in bloom in this frozen sector? Normal lilies. And if you gang up on me, I swear you're on fire. О, эту карту можно будет все-таки, да? Сделать. You're fighting each other. Meanwhile, look at Pavan. Карта комплекса Фольтера. I'm not doing anything. Let's just take this secretion. Блин, там нужно будет очень много всего почитать потом. Кровать Фреда. Изучаем. Дэнни. Ключи, я понять не имею, о чем там разговаривают. Сонная станция. Так. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. Блин, набор тоже заберем. Не, это уже есть лишнее. Keep count track on. Все, news и track X12. Ладно же. Шкафчики тут нельзя, да? Так, пилот, последние известные координаты. Так, окей. Во втор... А, ну это вот мы в ту комнату и заходили, да?
Так, ну-ка пойдем посмотрим сюда, вот здесь, на само это. А, ну здесь мы были, да? Может быть, запустить удастся нам что-то? Так, попробую сейчас. А, спутниковое наблюдение активно. Это альбом. Там карта. А ну-ка попробуем настройки. Клавиатура. КПК. Именно отдельной карты у нас нету. Значит, да, это через КПК нужно смотреть все. Но я думаю, это нужно будет почитать, полазить, прямо углубиться. Это, наверное, чуть позже посмотрим. Значит, мы изучили Бункер Дельта. Ой. Вроде все здесь подняли, все, что знали, что могли. Забрать, забрали. Так, нужно быстренько там зайти в какой-нибудь дом. Чтобы нам немножечко похорошело. Получше, в общем. Оп. Опа. Все. Здесь стало лучше. Так, нет, выход здесь. Так, там мы уже вы. Опа. А что это мы тут пропустили? Ящик с данными. Опа. Комната сканирования. Это, походу, что-то серьезное мы нашли. А первый раз пропустили. Можно внимательнее смотреть, блядь. Я так все попропускаю. А, тут с двух сторон подход будет. С этой стороны и с этой, к этой локации. Ну-ка. Тоже все. А, вот роскошный горшок не изучил тоже. С игрушкой, ладно, мы поигрались. Так, тут, видимо, кто-то напал. Не вовремя. Так. Побежали дальше, значит. Ой-ой-ой. Ну, надо аккуратнее, по идее. Золото нашли. Золото нам хватит мест. Так, значит, нужно вот это выпить. Птичка нам не нужна. Это вот все нам нужно. Вот так. Батарея. Батарея, пойдем и скрафтить сможем. И питательный батончик. Так. Ух, ничего себе, восстанавливает. Да, это зря, по идее, было. Ну ладно, место освободили. Так, ну нам нужно срочно воду. Оп, температурка сюда. Без тут этих. А он тут не охраняет их? Что мне показалось, как будто после того, как я их попробовал тронуть, он их сразу начал защищать. Это дом, это схрон. А, там последние координаты. Ну, давай домой лучше. Зона багажного ущелья. Маленькая кажется, видать, осторожность. Понятно. Блёха, муха. О! Что, все, у меня, походу, пистолики, да? Он загрелся на нас, он за нами плывет.
за нами, там другой был. Капец, секотно, однако. Когда он там воду угоняет. А мне 600 метров плыть. Успеем? Нет? Мы поплыли. Давай попробуем проплыть. Термальная активность еще какая-то. Так, погнали. Уф. Ладно, скоро будем дома, там будем в порядке. Надеюсь. Давай, главное доплыть. А доплыть мы точно должны. Ну все, тут уже вот родные пилаты, так сказать. Дружественный мир. Все дела, поэтому здесь уже не так страшно. Здесь можно заплыть, но там капец монстр. Ну и мне кажется, он не особо дружелюбный, то есть. Проверять я это, конечно же, пока месть не хочу. Все, фуф, залетаем домой. Уф. С постройкой подводного транспорта. Так, значит, что у нас получилось? Мы исследовали, значит, бункер у нас, как он называется? Дельта, в общем. Опа. Маяк. 35 нового понадобилось. Термос. Что там еще понадобилось у нас? Так, переносной сборщик транспорта. У нас 2 из 3. Гавиловушка 1 из 2. Термоклинок. Тоже батарея. На модификационной станции получается. Улучшение комнаты сканирования. Ага. Детали базы. Да, вот теперь нам нужно будет много титана и стекла. Понятно. Обсервация. Так, комната сканирования. Многоцелевая комната. Вот, многоцелевая комната нам нужна. Так, давай, потом посмотрим, что это. Внутренние модули. Да-да-да, это все нужно будет достать. Вау, кровать, сколько мы всего понаизучали там. Даже игрушку директора можно поставить. Магнитит только найти нужно. В основном на все титан стекло. А это значит, что в следующей серии мы уже будем строить баску. А пока на этой веселой ноте мы заканчиваем наше выживание. В игре Subnautica. Туда надо будет тоже сканять как-нибудь. Но скорее всего это гораздо позже. В общем, с вами был PrizaGames. Чао-чао и до скорой встречи.